إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد <coughs> سمبرتي إن شاء الله. мы приступим к чтению небольшой брошюрки, которая значительно меньше своим размером, чем книга Аль-Убудия, которую вы читаете с братом Абу Тальхай, Она называется, наша брошюрка называется Аль-Джумалю Луадыхат Фишархит Тахият. Так ведь? У всех перед вами. То есть ясные предложения э, в разъяснении или же в толковании от тахият Что такое тахият Каждый из вас знает, так ведь? от тахият это то дуа, который мы просим в Ташахуде, или то дуа, с которого мы начинаем обращение ко Всевышнему Аллаху в Ташахуде. Ташахуд это то место, в котором мы в намазе что делаем? Стоим, Сидень. сидим. Вот это сидение называется от Ташахуд. Тай. Автором книги является шейх Салим ат тавиль Хафиза та один из кувейтских шейхов, один из известных шейхов, один из можно даже сказать, самых известных учеников шейха Мухаммада ибн Салиха аль И действительно, он таковым, таковым являются. Когда же передается, некоторые шейхи рассказывали нам, то, что когда ученики или студенты приезжали в Саудию к шейху ибн Усаймину, и он спрашивал, у кого вы, то есть, приобретали знания в Куэйте. Они говорили, у шейха Салима Тауиля. И шейх э, Ибн Утаймин говорил, тогда, получается, вы мои внуки то есть через поколение, так как то есть считал шейха Салем ат если условно так сказать, своим сыном, а те, кто его ученики, считал своими внуками. То есть шейх известный, известный своим э, праведным путем, то есть правильным манхаджем, здоровой акидой, и просим Всевышнего Аллаха Сухана Хватали укрепить его на этом пути. Эта брошюра принадлежит его перу. Э, как вы уже поняли по названию, наверное, то есть в этой брошюре будет затрагиваться э, шарх, Аттахиад, но не только. Сейчас в выступлении Шейх сам, иншаллах, скажет, Что еще там будет затронуто? Какие темы также будут затронуты? И Бисмилля. То есть мы придерживаемся того же метода, которого всегда придерживались. Это читаем на арабском языке. Вы следите. И переводим на русский язык. На пятой странице сказано у вас, Мукаддима. Так? А можно сказать Мукаддима? Или Мукаддима? Какой правильно? Оба правильные. И так, и так можно сказать. Но более распространенному коддиму. Вступление. Говорит шейх, хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров, мир и благословение его, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. А затем. Фа инна мин азами та'ад, аллатия тақаррабу бихаль муслиму иллаллахи та'аля фахма одно из великих проявлений покорности Всевышнему Аллаху Субхану один из великих видов подчинения Всевышнему Аллаху Субхану или другими словами, можем сказать, одно из великих видов поклонения Всевышнему Аллаху Субхану хватали посредством которого мусульманин может приблизиться к своему Господу, это понимание текстов Кур'ана и Сунны. Смотрите, то есть понимание Кур'ана и Сунны или стремление понять Кур'ан и Сунна, независимо со стороны, когда ты изучаешь арабский язык, зная, что Коран и Сунна были не способны на арабском языке, то есть это раз шаг в понимании. Когда ты пытаешься более глубже понять аяты или хадисы пророка, саллиллаху алейху асалям, читая тавсир аятов или же шар хадисов, все это считается твоим стремлением к пониманию текстов Корана и сунны пророка, саллиллаху алейху асалям. Так вот, вот это твое стремление, знай, брат, когда ты проявляешь какие-то шаги делаешь, или когда проявляешь какое-то усердие в том, чтобы начать понимать Коран и Сунну, или же даже, я не знаю, смотришь и ароб каких-то аятов, что тоже тебе добавляет понимание, это уже поклонение. Знай, что ты тем самым поклоняешься Всевышнему Аллаху, Субханаху хватали Поэтому шейх с этого и начинает, говорить. Более того, это одно из великих видов поклонения. Из великих видов поклонения стремление понять Коран и Сунну. Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А еще больше придает значимости этой вещи, если это понимание викров или понимание поминаний или же мольб, которые мы делаем в намазе, так как намаз это великий столб ислама. И сколько людей в наше время, к огромному сожалению, и не думаю, что кто-то будет этому противоречить, совершают намаз, кто-то даже годами совершает намаз, кто-то даже более 10 лет совершает намаз, и Не совру, наверное, если скажу, что не знают некоторых видов зикров, которые они говорят, не знают смысла некоторых зикров, а то, возможно, даже и более фатихи-то и не знают, что означают другие зикры. Или же, если кто-то даже знает, знает, допустим, когда ты его спрашиваешь, что значит Субхан Аллах или Субхана Рабби Аль Азим, если мы про намаз говорим, субхана, Рабби Аль Аля, они говорят, Свят мой великий Господь, Свят мой высочайший Господь. Хорошо, что значит Свят? Не знают. Когда ты говоришь Аллаху акбар, в чем? Что значит Аллаху Акбар? Не знают. Поэтому это сказывается на смиренности в их намазах. Поэтому это сказывается на поклонении в общем. На остальных видах поклонения тоже. Поэтому является очень важной вещью, на которую нужно уделить внимание, о которой нужно проявить заботу. Понимание текстов Курана и Сунны в общем и понимание тех зикров, которые ты говоришь на намазе, в частности. Мафхум. Пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал в хадисе Муавия, «Ман юридиллаху бихи хайран, юфакэху фиддин». Тот, кому Аллах желает добра, дает, что дает? Понимание. В том числе, братья, понимание. Дает понимание зикров, дает понимание аятов, которые ты читаешь, дает понимание хадисов, которые ты слышишь. Так ведь? Тот, кому Аллах желает блага, в этом что э -э примечание можно сделать, что если человек не понимает аятов, не понимает хадисов, не стремится их понять, может ли это указывать на то, что Аллах желает ему блага? Нет, как раз таки наоборот, что человек должен что задуматься, а может быть Аллах, Субханаху Атали, не желает мне блага и встать на, путь, на тот путь, на тот путь про который пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кому Аллах желает блага, то он сделает понимающим религию. Таиф. ислам аль-азам, Почему мы говорим именно зикры? Опять же, смотрите, мы сказали, понимание Курана и Сунны. В общем, понимание зикров из Курана и Сунны, в частности, понимание зикров, которые ты произносишь в намазе, еще более важно. Потому что намаз – это один из столпов ислама и самый великий столб ислама после двух свидетельств, как говорит об этом шейх. Смотрите, и намаз содержит в себе убудия аль поклонение твоих частей тела, аба поклонение твоих органов, сопряженное с поклонением сердца. Потому что намаз, у нас есть какие-то виды поклонения, которые, делаются только, ну, не только телесные, таких нет. Имеется в виду больше телесные. Есть те виды поклонений, которые что? Материальные, когда, допустим, закат или садака. Есть телесные какие-то. Есть те, которые совершаются языком, как зикры, чтение Курана и так далее. Намаз же, в нем есть и какие-то телодвижения. Также зем... поясной поклон перед Всевышним Аллахом. Земной поклон. Стояние, когда ты стоишь смиренно, сложи свои руки на груди. Это все айбада, киям это все айбада, то есть содержит какие-то физические движения, какие-то телодвижения. Также что? Это все, также движение языка твоего. И это все обязательно сопряжено с чем? С твоим состоянием сердца, с поклонением сердца. Когда ты это делаешь, надеешься на Аллаха, Субхану Хуаталя, страшишься его. Амман хуа канитун ана аллайли саджидан ва ва-ка-иман яхзару аль ярджу рахмата Рабби, говорит Аллах Субхану Хуаталя. Тот же, кто выстаивает свои, свои ночные часы, падая ниц перед Аллахом, выстаивая перед ним стоя, страшась при этом Ахирата, надеясь на милость Аллаха и страшась Ахирата. Видите? С, обязательно движения какие-то твои сопряжены с чем? С Со состоянием твоего сердца, которое переполнено надеждой на награду Аллаха, которое страшится его наказание. Обязательно это должно быть вместе. И намаз это такое поклонение, которое содержит, мы сказали, как

и все его части тела двигаются в намазе, поклоняясь Всевышнему Аллаху хватали. Иногда человек просто условно, грубый пример. Вот шнурок у него развязался, допустим. И он наклонился, чтобы его завязать. Он сделал то же самое движение, которое он делает в намазе, так или нет? То же самое. Сделал, условно говоря, поясной поклон. Но, однако, в первом случае он это сделал для того, чтобы завязать шнурок, а в намазе он это делает для чего? поклоняясь тем самым Аллаху, Субханаху Аталя. Так же? Или то же самое можно с земным поклоном и с другими движениями в намазе сравнить. Однако в намазе он совершает эти движения, поклоняясь Всевышнему Аллаху, покоряясь ему, унижаясь перед Ним. <к Schedul -2> Говорит, после того, как человек завершает вот это поклонение, которое состоит из стояния перед Аллахом, из поясных поклонов Ему, из земных поклонов, и чтения Корана, из прославления Всевышнего Аллаха, все это завершает или же завершает свой намаз чем? Сидением. Так ведь намаз в конце что? Сидим. И даже это сидение перед Аллахом, субханаху ата'аля, и даже вот это сидение перед Аллахом, субханаху ата'аля, это сидение смирения, сидение подчинения, сидение, в котором ты проявляешь свою покорность Всевышнему Аллаху, Ты сел не потому, что ты устал стоять и просто сел, расслабился. Нет. Ты сидишь как? в определенной э, форме, в которой сидел пророк, وسلم, в которой повелел Всевышний Аллах, субханаху ассалям, сидишь смиренно. Сидишь, зная, что вот это твое сидение, это подчинение Аллаху, субханаху ассалям, покоряясь ему, покоряясь его величию, субханаху ассалям. Джайфиян алю рукбатей, то есть сидя на своих коленях, сидя на своих коленях. то есть колено преклоненный. Он назорует злымина в Аллах жития. Аллаху говорит. Тома ну нажел лезина. Тома ну нажел лезина ткую. Так. Затем Аллах спа-нахуаталля в Сурие говорит. Затем мы э, спасем тех, которые проявляли богобоязненность и бросим в ад э, несправедливых и беззаконников колено приклоненными в колено приклоненном виде, сказал. Вакиана джулюса салят ахша ануаль джулюс. И вот этот вид сидения или форма сидения, которую приобретает молящийся человек, то есть перед окончанием своего намаза, это один из самых смиренных видов сидения. В нем больше всего покорности Аллахсана хватали. Больше всего смирения, покорности, подчинения. И Аллах Субханаху Аталя разрешил, смотрите, один. Аллах Субханаху Аталя разрешил своему рабу вот в эту... Почему разрешил? Почему? А что, без разрешения нельзя было, что он хочет сказать? Только что вы записывали правила. Аль-Ибада, Таукайфия, до этого мы с вами проходили, когда что? правило излямии, лямии. Аль-Айбада Поклонение остановлено. Нельзя никак поклоняться Аллаху, кроме как Он разрешит. И поэтому шейх и говорит, он прекрасно это знает, он говорит, и Аллах разрешил, разрешил человеку вот в этом смиренном положении сидения, в котором покорность Всевышнему Аллаху Субхану Хуаталя, в то же время возвеличивание, произносить определенные прославления своему Господу. Би аблях и и, избрал для него самые доходчивые, самые ясные виды прославления его, Субханаху Аталя, Вахуаттахиату лилля. Они называются, мы привыкли говорить, аттахият. То, что мы называем аттахият, то есть приветствие Аллаху. Вамин адати нас, ида дахалю аля мулюкихим, ан юхайю бима ялику бихим. И говорят, известный из людей, то, что когда они заходят царям, они приветствуют их таким образом, как полагается, то есть как, под, как полагается приветствовать царей, влады каких-то также. Человек не приветствует э, какого-то высокопоставленного человека точно так же, как он приветствует своего друга. Не приветствует человека уважаемого или шейха точно так же, как он приветствует своего сына. Разнятся приветствия, так ведь? Так а что же тогда сказать о приветствии Всевышнего Аллаха на Аталя? Приветствие по-арабски будет тахия. Его джама тахият. Тахият. И человек вот в этом месте прославляет Всевышнего Аллаха такими видами прославления или такими видами приветствия, как подобают ему сана'ун алейхим. Валлаху ахакку то есть, если даже человек прославляет и приветствует каких-то высокопоставленных или уважаемых лиц, таким видом приветствия, как подобает им, что же тогда сказать о том, о Всевышнем Аллахе Сухана Хватали? Конечно же, он больше всех заслуживает э, такого приветствия, в котором содержится возвеличивание, в котором содержится прославление, чем кто-либо из его созданий. Той. Говорит Шейх, разъясняя причину написания этой маленькой брошюрки, говорит: И поэтому я решил написать вот эту небольшую брошюрку с разъяснением именно этой мольбы Мольбы от тахият И я назвал ее Аль-Джумальхат, то есть ясные предложения, понятные фразы в толковании от тахият и я эту книгу написал следующим образом, то есть разделил ее на следующие пункты, на следующие главы. Во-первых, в первой главе он уделил внимание на важность проявления заботы о пророческих зикрах, вообще в общем, о том, чтобы делать зикры, и в том виде, в котором делал пророк своим, и то, что зикры Таукифия. Что значит таукифия, Руслан? Руслан, что значит таукифия? Вот только что говорили? Нам, Анта. Что значит остановка? Остановка так называется. Зикры? Остановлены. Зикры вот точно так же, как поклонение. Вот вам брат приводил пример. С чем? Пять рака от зухар можно совершить? Нет. Почему? Потому что айбада таукифия. Все. Вот точно так же зикры. Можем сколько хотим говорить? Э, или какие-то слова добавлять? Нет. Потому что и кайфия приостановлены. Остановлены на том, на чем был пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Можно их произносить в том виде, в котором произносил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. В том количестве, в котором произносил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. В то время, в которое произносил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. есть В первой главе пойдет речь об этом. Во второй. Викру абрази сиаги сабита анин набии салаллаху алейху Мы упомянем, иншаллах, и шейх книги упомянул, самые известные формы, конечно же, утвержденные, то есть достоверно передаваемые от пророка салаллаху алейху ассалям в ташахуде. То есть виды от тахията, Салисан, <coughs> в третьих. Шарху Ташахуди бни мас'уд, рада Аллаху анху, шархан мухтасаран мы разъясним, сделаем шарх на ташаход, который передается от Ибн Масауда. То есть до этого, когда мы будем говорить виды, мы будем говорить, каждый вид передается от кого-то сподвижника. И скажем, что самый известный, самый распространенный, и назовем причины, почему именно так, это ташаход Абдулла Ибн Масауда, рада Аллаху Анху, и именно его, иншаллах, более вкратце разъясним. четвертое. Зикру также эта книга не ограничивается только лишь на ташаходе, на дуа, а тахият, нет. Шейх также упомянет разные формы, разные виды салавата, то, что называется саляту ибрахимия. Хамисан, шарху саляту ибрахимия Пятым шагом или в пятой главе шейх разъяснит шарх на один из видов салавата, а это вид салавата, который передается от Каб ибн Уджара, сделает на него небольшой шарх. Точно так же, как перед этим сделает шарх на дуа от а тахият который передается, форма, которая передается от Абдулла ибну Масхуда. Садисан, шестых. аль сабита анин саллаллаху ба'да салам. Также шейх еще затронет и дуа. Дуа тоже, которые делаются после салавата, но до того, как человек отдает салам. На. И в седьмых Шарху дуа иннаби салаллаху алейху ассалям Опять же в шестой главе будут затронуты виды Мольб С которыми обращался пророк саллаху алейху В этом месте И в седьмой главе Опять же выделит одну из самых таких важных видов Из всех этих мольб Которые были озвучены в предыдущей мольбе И сделает небольшой шарх Мафхум То есть что из себя представляет книга Это важно очень важно. Потому что многие братья, вот особенно вот я, допустим, знаю, встречался, начинают изучать, допустим, китаб Таухейт. И говорят, брат, я вообще эту книгу не понимаю. Вообще не понимаю. Просто слушают, вот для них как вот поток информации вот так их захлебывают просто и все. А если ты скажешь, брат, смотри, структурированно ему объяснишь, эта книга представляет из себя следующее. Вот вступление, затем несколько глав говорит об этом, затем Основное, основное количество, допустим, главы посвящены вот этому и заканчивают вот этим. Понятно, понятно. Вот теперь смотри, давай переходим от этой к этому. Дальше начинается, а, говорит, маршала теперь понял. И вот точно так же здесь, если вы знаете этот, и точно так же очень... Важно читать вступление к книгам тоже, потому что иногда шейхи в вступлении к своим книгам может быть, говорят о каких-то терминах, которые будут затронуты в книге, и ты не будешь их понимать, пока вступление не прочитаешь. Очень часто на эту ловушку, если так можно сказать, попадаются приобретающие знания. Быстрее книги переходят, вступление не читают. И потом что? Возникают вопросы. И уже к середине книги он что, прочитав вступление, говорит, а, -а, -а оказывается, там все говорилось же. Вот так. Валлаха ас-алю аньянфа аби хадихи рисаля мухтасара говорит, я прошу только лишь Аллаха, чтобы он дал нам пользу вот в этом небольшом послании или в этой небольшой брошюрке. И чтобы Аллах Субхану Хуаталя воздал благом всем тем, кто ну, принимал участие, как-то помогал в исправлении этого послания. Вашарака финашриха ватибаиха и также участвовал в распространении и издательстве этой книжки. Также хочу особо подчеркнуть, упомянуть моего сына, говорит Фахт ибн Салима. Уаффакахуллах, пусть Аллах сопутствует ему, аля потому что он проявил большое усердие и заботу в этом послании. То есть, возможно, шейх от руки ее написал и сыну отдал, а он уже дальше доработал. То есть мы знаем, что Шейх Фахд занимается чем? Издательством книг своего отца также. И не только своего отца, а также Шейха Бурзак, аль и так далее. Самое важное, то, что просит шейх, с чем обращается шейх ко Всевышнему Аллаху, и то, чего мы просим Всевышнего Аллаха, Сухана Хваталя, присоединяясь к словам шейха, просим его, Табара чтобы он сделал его труд. Шейх говорит, мой, мой труд, также наш перевод, наше это собрание, искренним ради его лика искренним ради Улика, чтобы мы желали от этого собрания, от этих знаний только довольства Всевышнего Аллаха, чтобы целью нашей было только рай. Довольство Аллаха Субхана хватали его рай. Вальхамду лиллахи И хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров. Это было вступление шейха Салима Тавыля, хафиза Аллаху